Всем привет, дорогие друзья и все любители Польши. Меня зовут Андрей Таран, я представитель проекта Poland Work For You. И очень давно я не выпускал видео именно обучения польского языка, но вот решился, и сегодня уже будет у нас следующий урок по изучению польского языка. Сегодня мы будем изучать прилагательные, то есть словосочетания с прилагательными. Думаю, вам понравится. Итак, если вы готовы, поехали! Итак, поехали. Начнем со словосочетаний. Пожилая женщина. Стара кобета. Толстая женщина. Груба кобета. Любопытная женщина. Вщипска кобета. Вщипска кобета. Новая машина. Новый самохуд. Новое авто. Быстрая машина. Шибкий самохуд. Шибкое авто. Отсюда вы можете брать эти прилагательные, использовать их просто в повседневной жизни, например, быстро, шибко или новое, новые. Следующее словосочетание – удобная машина, выгодный самоход, выгодное авто. Очень такое интересное слово, которое можно запутаться – удобный, выгодный. То есть сложно именно провести параллели с нашим языком. Следующее словосочетание – синее пальто. Небеска сукенка. Небеска сукенка. Красное пальто. Красное платье. Червона сукенка. Червона сукенка. Зеленое платье. Зелена сукенка. Зелена сукенка. Черная сумка. Чарна торепка. Коричневая сумка. Бронзова торепка. Белая сумка. Бяла торепка. Приятные люди. Мили люджи. Мили люджи. Вежливые люди. Упшейми люджи. Упшейми люджи. Интересные люди. Интересуйонцы люджи. Интересуйонцы люджи. Хорошие дети. Кохане джечи. Кохане джечи. Дерзкие дети. Негжечны джечи. Негжечны дети. Послушные дети. Гжечны дети. Гжечны дети. Итак, это были такие словосочетания, откуда вы можете взять интересные прилагательные, которые можете использовать в своей повседневной жизни. Кому было это полезное видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а в будущем я постараюсь сделать больше интересных видео, которые не оставят вас равнодушными. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, всем пока!